Здравствуйте, друзья! С вами Dice Master. В ближайшее время выходит новое дополнение для World of Warcraft под названием Легион, а прямо сейчас начинаются предрелизные события. И хотя я не являюсь заядлым ММО игроком, но обычно играю в начале новых дополнений, знакомлюсь с историей, развитием событий, а потом забивая на игру до появления чего-то нового и интересного. В этот раз Blizzard очень старается хорошо подать новые дополнения. Выпускают там крутые ролики, делают интересные события. И даже недавно появилась аудиодрама с крайне хорошим сюжетом. Ну, это типа коротенькой аудиокниги. Могу оставить в описании на нее ссылку, рекомендую послушать. И это все разогревает интерес, хочется вернуться в игру, а также поделиться с вами. Так что как только начались предрелизные события, то я запустил стрим, и его записи увидите в этом видео. Сам Легион я планирую, конечно, немного поиграть, так что, может, будут еще стримы. Или какие-то другие тематические видео сделаю, но конкретно обещать не могу. В этом же стриме вы увидите прохождение сценария на Расколотом берегу по отражению вторжения Легиона в Азерот на моем основном персонаже Друиде. Если же вы с WoW не знакомы, то с подробностями игры и сюжета тут сразу разобраться, конечно, не удастся, но зато есть несколько очень хороших, просто эпичных роликов в ходе этого сценария. Ну, а ролики у Blizzard всегда хорошо получаются. Так что наслаждайтесь, и если будут вопросы, задавайте их в комментариях, а мы переходим к записи стрима. Итак, мы находимся в Штормграде. Когда вы в первый раз логинитесь на персонажа после релиза вот этих событий, то вам сразу же дают задание. Называется «Легион возвращается». Обратитесь к вербовщику Ли в порту Штормграда. Описание. Герой Альянса, я обращаюсь к вам в самый темный час Азерота. Армии Легиона вернулись из бездны преисподней. Наши корабли без промедления отправятся к расколотым островам. Подобно копью, мы пронзим ряды Легиона и отшвырнем его назад в пустоту, что его породило. Корабль ждет вас в порту Штормграда, торопитесь. Король Вариан Рин. Ну вот, мы, собственно, находимся недалеко, порт рядом, полетели туда. Все эти события предваряют достаточно большое количество материалов, которые Blizzard делает в виде различных роликов, в виде аудиокниг даже. Вот, так что все это стоит посмотреть. Довольно эпично, круто, интересно. Ну а вторжение Легиона началось, и нам нужно его тоже начать отражать каким-то образом. Так, где у нас там? Вот этот персонаж, с которым нужно поговорить. Да прибудет с тобой свет. Легион возвращается. Приветствую тебя, Dice Master. Документы о твоем назначении на корабль уже у меня. Но сперва давай убедимся, что ты готов к отбытию. Да, готов, готов. Союзники за всего Азерота собрались в Штормграде, чтобы помочь нам в битве с Пылающим Легионом. Перед отплытием тебе следует навестить их. Сейчас важна любая подготовка. Цель задания — поговорить с представителями сил Альянса в порту Штормграда. И получим печатку Штормграда. 700 уровня предмет, между прочим. Да благословит тебя свет. О, дождичек пошел. Драматическая обстановка становится более такой густой. Кого мы здесь видим? Привет! Их по очереди, что ли, нужно проходить? Ну ладно. Итак, что у нас есть? Насыщенные светом кристаллы. Оружие усилено. Какие новости? Ну вот я его открываю. Оно почему-то не работает. Все, то есть нужно было форму сменить, окей. Первая подготовка готова. Теперь нужно поесть. Последняя трапеза съедена. Последняя, заметьте. Какая драматичность, а? А здесь нам что нужно сделать? Посмотрим. Вы разогрелись, проведя поединок. С кем мы поединок можем провести? С кем угодно. Я готов к поединку. Ты сильнее меня. Ну да, конечно. Ой. Где смайлик кастрюли полыхающий? Дидример, о чем там? Сюжет ММО? Да, нет, на самом деле сюжет ММО сейчас вообще в тренде. Особенности после того, как WoW где-то более 12 лет назад, ну или около 12 лет назад релизнулся. Доспехи отполированы. Прекрасно. Закончили подготовку и полетели к кораблю.
Про ужин он, видимо. Ну, видимо, да. Чем я могу Твой помочь? Корабль, Дайсмастер, да прибудет с тобой свет. Хорошо, что ты подготовился к отбытию. Невозможно предугадать, что нас ждет на расколотых островах. Эти кольца изготовлены специально для высокопоставленных представителей Альянса. Надеюсь, твое кольцо защитит тебя в грядущей битве. Но выносливость, это как-то, наверное, немножко не то, что мне нужно, да? Ну ладно. Вот твой корабль, Дайсмастер, он прошел много сражений, но все еще в отличном состоянии. Поговори с капитаном, когда будешь готов. Желаю удачи. Нам доходит не так много вестей с расколотого берега, но я уверен, что корабль Вариан мудро командует... А, король Вариан мудро командует войсками. Наш король Вариан Рин уже отбыл, так сказать, в авангарде к этому сражению, к битве с легионом. Цель задания — сядьте на корабль. Понятно. Что нам дадут? Боевая палица, одноручная, дробящая. Тоже... Нет, даже 685 уровня. До скорой встречи. Что-то совсем какое-то все дешевое. Капитан Анжелика. Капитан Анжелика. Как это оригинально. Что угодно. Добро пожаловать на борт, Дайсмастер. Подготовка завершена. Отправляемся по твоей команде. Пора сразиться с легионом. Ну что, отправляемся на встречу легиону, да? Поехали. Да благословит тебя свет. Что-то я давно не вижу над нами чаек. Я чую что-то зловещее, и мы плывем прямо к нему. Этот сценарий, он как бы автоматически нас забрасывает в маленький рейд, собранный для того, чтобы отправиться на расколотые острова. И вместе с нами достаточно много других игроков, которые тоже в это же время, собственно, отправляются выполнять этот сценарий предрелизный. Никто не смеет бросить вызов братству. Он рядом орда плывет. Корабли Альянса, держитесь курса! Мы должны добраться до берега! Соберитесь, нас ждет непростое испытание. По нам стреляют. Во имя света, что это? Похоже на источник энергии скверны. В жизни не видел ничего подобного. Где? Покажите. И тут ролик включается. Вау. Супер, короткий ролик на пару секунд. Но мы готовы. И надо торопиться, а то весь фан без нас пройдет. Кристаллы удерживают эти конструкции в нашей реальности. Если их уничтожить, конструкции падут. Надеюсь, ты права. Там какие-то кристаллы, до которых нужно добраться, нам мешают полчища легиона. Сейчас мы их быстренько разделаем, потому что мы же герои, правильно? Ну, маловато будет, да, несколько секунд это маловато, но там будет еще. Веселье нас ждет. Крушите их! Кристалл разрушен. И бежим к следующему. Вы идете навстречу смерти! Хотите узреть истинную мощь легиона? Ха-ха-ха. Так и быть! Меня наградят за ваши души! Дайс, а как нику твоего перса? Дайсмастер. Так и называется, Дайсмастер. Сосредоточьте огонь! Ваши души сгорят в горниле! Все вливаем дамаг срочно.
Повелитель исцелит мою плоть! Осторожно! Это не победа! Где инферналы? А, вон они уже мертвые. Победить. Что-то все разваливается гораздо быстрее, чем хочется. Легион! Я еще вернусь! Все в порядке? Я пока жив, но у нас большие потери. Нам нужно найти короля Варена. Надо уходить, пока демоны не вернулись. Согласен. По заданию. Ты сова? Да. Что значит фу? Надо вас нафиг вообще. Войска Вариана должны были высадиться там. Надеюсь, им повезло больше. Демоны прибывают слишком быстро. Что мы там видим впереди? А, вот как раз, собственно, король Вариан. Ой, засмотрелся на него, чуть не упал вообще. У тебя Анзу? Да, да, это Анзу, именно он. А вот и дредноуты варпаются к нам. Просто Иванлайн какой-то. Альянс, держите строй! Мы выстоим! Тесните их к порталу! Ну, вообще, мне нравится на самом деле, что в World of Warcraft здесь добавляют некоторую такую фантастическую составляющую, космическую. То есть разные планеты, там, галактики, всякие космические корабли. Это довольно неплохо, на самом деле, несмотря на то, что мир в целом фэнтезийный. Пафоса, да, пафоса много, ну а что вы хотите от сюжета в ММО? Тут нужно больше пафоса. Так, вот надо вот это все не попадать, потому что нас уже пол ХП сняло. Рад, что вы в порядке. Взаимно. Мы должны разрушить этот портал! Мы знаем, что делать. Главное — добраться до кристаллов и уничтожить их. Альянс, замкнуть строй! Тесните их к порталу! За Азерот! Нападите на город демонов. Задание. О. Помогите раненым. У нас мало времени. Что здесь произошло? Все случилось так быстро! Мы пробивались вглубь острова, как вдруг бах! Везде пламя скверны! Из-под земли полезли эти штуки, набитые демонами! Если они будут прибывать с такой скоростью, не знаю, как мы справимся! Будем убивать одного демона за другим, и мне устоять перед Альянсом! Ну, тут всякие осадные машины есть, которые можно взять, но чего-то чувствую, мне уже не хватает. Клетка что легиона освобождаем. Что с Тирионом? Где Тирион? Да, что с ним? Тирион Фордринг, по-моему, так его зовут. Ты из авангарда. Что случилось? Где Тирион? Не знаю. Все произошло так быстро. Пламя скверны повсюду. Береги силы. Мы найдем его. Ищите выживших. Спасите всех, кого сможете. Мне кажется ли, этот демон хилялся сейчас? Хитрая зараза. Тириан Ланнистер. Да, точно, точно. Перепутал просто. Это не тот это не та франшиза. Самое главное, нам вот сейчас эту полоску добить до 100% нападения на город демонов. Тогда эта часть сценария закончится. Что с Тирионом?
Все задаются этим вопросом, никто не знает. В глазах темно. Вообще, знаете, если подумать о том, что, по идее, с точки зрения лора происходит в этом мире, то на самом деле события очень печальные, на них очень легко, так знаете, свысока смотреть, с ухмылочкой, что с Тирином? Шутить. Ну вот это что с Тирином, оно реально просто убивает, несмотря ни на что. Они отступают. Кажется, бой еще не окончен. Я нашла его! Тирион там, за разломом! Джайн его нашла, и мы видим, что с Тирином что-то не так. Какой-то мерзкий зеленый луч окутал его. Джайне! И как нам туда добраться? Я этим займусь. По факту, говорит Антон Фиксер, место игрока в лоре Вова — это обычные беспринципные наемники, хоть игроков и называют героями. Но отчасти, нет, на самом деле это такие искатели удачи, да, которые готовы на все вообще реально, просто вообще без каких-либо ограничений на все. Лишь бы только полутать новую шмотку. Бедняга Тирион, кто его держит? Его держит Гул'дан, между прочим, собственной персоной. Что же мы не атакуем? Чего же мы ждем? Надо спасать Паладина, воина света, защитника. Тирион! Гул'дан, ты за это заплатишь! Там вон Сильван и Орда. Это ловушка! Свет защитит меня! Глупец! Это храм истинного бога! Твой жалкий свет не поможет тебе здесь. А вот твои друзья явились как раз вовремя, чтобы увидеть, как ты умрешь. Гул'дан сдох — это другой Гул'дан. Это Гул'дан из параллельного мира и другого времени. Убей его! В Дреноре там много чего с лором сделали не очень хорошего. Ну и появился Свет! Второй Гул'дан. Тирион! Нет! Столько усилий, столько жертв, и все равно ваши герои погибают один за другим. Убей их! Но это мы посмотрим, кто кого убьет. Вы познаете страх. Держитесь, воины Альянса! Он идет на нас! Направляется к тебе, Сильвана. Вперед, Орда! Покажем Альянсу, как надо убивать демонов! Берегитесь, чудовище из огня скверны! Ага. Спаунится всякая ерунда сейчас сзади. Гул'дан — это хорошо. На самом деле, вы знаете, самое хорошее, что есть вот с Гул'даном, это различные аудиодрамы, которые я реально советую послушать. И... не различные аудиодрамы, на самом деле это одна из четырех частей, называется «Гробница Саргереса». Она реально очень классная. На этот раз не уйдет. Сосредоточить огонь! Фокус фаер! Совет!
глотку перегрызу! Так, это что-то нехорошее явно. Моя магия сокрушит тебя! У вас есть шанс его уничтожить, Сильвана. Считай, он уже мертв, Рин. Кто-то уже вайпнулся у нас. Неплохо. Что с Гул'даном в гробнице произошло довольно неплохо, говорит Ортринг. Рассказано еще в третьей части Варкрафта об этом в дополнение. Нет, на самом деле здесь другой Гул'дан, и он опять-таки ломится в гробницу. Это, видимо, его судьба. Рано радуешься, Рин. Если не остановим Гул'дана, он призовет еще сотню таких. Это дренорский Гул'дан, который пришел из альтернативного мира, по сути. Мы возьмем высоту и прикроем вас. Сильвана, спасибо. Удачи, Вариан. Сильвана обещает прикрыть и нас. Тебе. Обратите на это внимание, это очень важно. Вы сразились с Гул'даном. Не дают сразиться с Гул'даном вообще. Вот черти, заколдованный стоит. Некуда бежать, Гул'дан. Сдавайся, и я дарую тебе быструю смерть. Ты прав, человек. От моего повелителя бежать некуда. Узри всю силу владыки Саргероса. Держитесь, мы побеждали их прежде, победим и теперь. В атаку! Самое главное, чем ты их залить, непонятно чем вообще. Сауе у Сауи не очень хорошо. Особенности с бюрстовым. Гул'дан, тебе нас не одолеть. Сегодня весь Азерот даст тебе отпор. Хватит болтать, Рин. Прикончи его. Почему паладинистые не Я приходят с параллельных миров? Да, вопрос. Его жалкого мирка, Рин. Он сгорит в пламени скверны, как и тысячи других легион печен. Стрим повис? Нет, со стримом все хорошо должно быть. Но, судя по приборам, по крайней мере, у меня все замечательно. Мы уничтожим всех твоих демонов и покончим с тобой, чудовище! Ох, а их становится больше. И еще больше. Завоевать этот жалкий мирок! И сжечь его дотла! Чё-то как-то дофига, да. Судьба твоего мира решена. Легион не остановить. Вас ждет лишь гибель. И начинается ролик. Мы побеждаем! Держать строй! Мегагрут! Покончим с этим! Вызывай корабль! Офер, вызываю, сэр! Расконгулируй нашу позицию! Нет! Нет! Милорд! Наступаем! Пусть лучники Сильваны расчистят небо! Нет, она не могла. Я так и знал, что ей нельзя доверять! Мы не выстоим!
Без помощи Орды! Надо уходить! Отводи войска на корабль! Воины! Отступаем! Отдай это моему сыну. Тебя будут помнить как короля, который отдал свою жизнь в пустую. Во имя Альянса. Это был очень эпичный ролик, наверное, один из самых крутейших, который я видел у Blizzard вообще. Ну, конечно, с роликами про Артеса, там, из Warcraft 3, это не сравнится, безусловно, но эпичности, пафоса, превознемогания, драмы, эмоций сколько, это просто вот, ну, очень хорошо, невероятно круто. Тут видно и напряжение, когда приходится отступить, когда Орда нас бросает, и мы вынуждены отлетать, и тут на нас обрушивается инфернал, которого вынужден Вариан броситься в одиночку, убивать для того, чтобы спасти остальных, для того, чтобы дать остальным улететь. И как он в итоге умирает со словами «За Альянс, моими Альянса». Это очень круто. Жаль, конечно, Вариана, но это, наверное, один из тех случаев, когда, сливая одного из важных персонажей, они это сделали крайне правильно, крайне эпично и воодушевляюще. То есть после этого действительно хочется сражаться с Легионом. В ролике за Орду там просто показывают, почему они вынуждены отступить. Ну, в принципе, понятно, там и те сражались с превосходящими силами. И Сильвана отступила просто потому, что у них не было другого возможности, шанса помочь. Вот и все. Единственное, что меня раздражает, вот как сценаристы поступили, они не показали, собственно, мотивации Сильваны в ролике за Альянс. То есть они могли бы просто как сделать? Там Сильван или кто-то еще из Орды крикнули, мы там окружены, там превосходящие силы теснят нас, мы вынуждены отступить. Все, просто вот выкрикнуть, что мы отступаем, а не молча уйти. Это было бы гораздо лучше.
Вот. Но мы сейчас, я думаю, посмотрим ролик из-за Орду. Просто у меня персонажа за Орду нету. Я думаю, запущу ролик с Ютуба после того, как мы пройдем вот этот сценарий до конца. Сейчас нужно прийти к сыну Варриана, к Андуину Рину, и передать его последнее письмо. Потому как в начальном ролике Легиона, как в начальном, в трейлере, точнее говоря, Легиона, там показывают, как Варриан пишет письмо своему сыну Андуину. И вот теперь он его передал перед тем, как героически погибнуть. И мы его теперь должны будем доставить. Но сценарий шикарный. Ролик вообще просто на 10 из 10. Да, это специально, чтобы конфликт развить на пустом месте. Ты ведь сам, говорит, трубачи, знаешь, как Ген ее ненавидит, а он будет главнокомандующим от Альянса на расколотых островах. Ну да, как бы Сильвана не очень любима Гилнесси. Так, боевая палец и Штормгранд, это все нас не интересует. Что же в задании пишет? Дайсмастер, ты тут? Хорошо, хоть тебе удалось выбраться из этой западни живым. Мы стольких потеряли там. Ген седогрив сжимает зубы. Будь проклята Орда за то, что оставила нас наедине с Легионом. Я с самого возвращения не сходил с палубы этого корабля. Флот надо готовить к войне. Не знаю, где именно мы понадобимся, но когда нас позовут, мы придем во всеоружие. По правде говоря, меня радует возможность отвлечься. Сейчас все прощаются с Варином, но я не могу заставить себя посмотреть на гроб. Посмотреть в глаза его сыну. Варин дал мне письмо для Андуина. Пожалуйста, отнеси письмо вместо меня. Антон Фиксер, если тебе не жалко, ну что поделаешь, как бы. Мне жалко. Король на самом деле был достаточно неплохой. Лучше Волжина, которого... Ну ладно, про Волжина еще посмотрим. Сыночек, да, сыночек тоже достаточно интересный. Не самые, может быть, крутые персонажи, как какой-нибудь Артас, безусловно, но, вы знаете, с характером, с вот таким вот эпичным героическим концом трагичным. В общем-то, все довольно неплохо закончилось в истории Варриана. Он мог бы просто закончить как персонаж, которого все забыли и который никому не нужен, а тут вот, знаете, мотивирует. Король Андуин, к вам герой битвы на расколотом берегу. Хоть одна добрая весть в этот день скорби. Его доблесть вдохновила всех, даже когда он пал, его дух был, будет с нами. Не могу поверить, что его больше нет. Это вот Варриана оплакивают. Здесь гроб его, цветы вокруг. Не было Тириона, чтобы его воскресить, понимаете? Тириона до этого убили, и все. Резуректа не было. Да, и Тириона очень тупо слили, к сожалению. Жаль его. Очень хороший персонаж тоже был. Вообще, за Альянс персонажей хороших на самом деле много, потому как тут больше таких персонажей людей, которым проще симпатизировать, которых характер проще прописать. Ну, тут стоит Вулфрион, Тиранда, Велен, Мурадин. Этого я уже не помню, кто он такой. Представители всех, собственно, фракции Альянса собрались здесь. Джайна у престола, Андуина рядом. Штормград выстоит. Что дропнулось с Варриана? Да пушку какую-то 685-ю дали, не топ. С возвращением Штормграда, Дайсмастер. Я рад, что тебе удалось пережить испытание расколотого берега. Наши потери и без того слишком тяжелые. Да, я принес тебе письмо твоего отца. Свет дарует победу. Мой отец был опытным стратегом, и все равно его войско потерпело сокрушительное поражение на расколотом берегу. Как я могу надеяться совершить то, что не удалось даже ему? Ты не одинок, мой король. Мы с тобой. С возвращением Иллидари в нашем расположении появилось мощное оружие. Впустить их в Штормград было мудрым решением, король Андуин. Про Иллидари мы еще сегодня поговорим. Вы все забыли о верломстве Орды? Пора указать этим подлым псам на их место! Уж это Сильвана. Вести две войны одновременно не самый разумный ход, а в наших интересах объединить силы с Ордой. Верен прав, мы должны сражаться вместе с охотниками на демонов и направить все силы на борьбу с Легионом. Сейчас
не время для... Орда предала твоего отца и бросила нас на смерть! Мы скорбим его памяти, если заключим союз с этими трусами. Мой народ хорошо знает, каково противостоять демонам в одиночку. Нам пора объединиться и защитить свой мир. Согласен, мне очень жаль Джайана, но с местью придется повременить. Полагаю, мобилизация Керентора уже начата? Даларан может защитить Восточное Королевство, но Орда не переступит порог моего города, я этого не позволю. Мы не должны допускать раскола в наших рядах, только не теперь. Прошу тебя, Джайна. Ты разочаровал меня, король Штормграда, но рано или поздно ты поймешь. Вы все поймете. Гибель отца, катастрофа на расколотом берегу, одержимость Джайны местью. Мир рушится. Письмо доставлено. Ну, про Джайну, на самом деле, я вообще понимаю, конечно, что она может раздражать и все такое, но, с другой стороны, у нее есть мотивы так себя вести. На нее столько всего свалилось, она одна была из... одной из нескольких выживших в массовой... в массовом... как бы сказать, геноциде в Тираморе, когда десятки тысяч погибли от рук Орды. И как бы... ну, как ей относиться еще иначе ко всем после этого? Это при том, что она до этого, например, в Варкрафте 3 была за объединение сил Альянса с Ордой против Легиона. Она вместе с Тралом боролась против вторжения. Она была за то, чтобы заключить перемирие, мир и не враждовать друг с другом. А после этого, вот после того, как она приложила столько усилий в своей жизни для того, чтобы сдерживать, например, Рина, она в некоторых сценариях в том же World of Warcraft Рина сдерживала от того, чтобы сражаться с Ордой. А теперь, собственно, Орда берет ее вот такими подарками, награждает за это. Ну, еще бы, собственно, не разозлиться и не сойти с ума. Так вот... будь начеку. Андуин вздыхает и читает письмо от отца. Глаза его наполняются слезами. Некоторое время он молчит. «Спасибо, что доставил это письмо, Дайсмастер, я очень ценю это. Жаль, что этого не смог сделать Седогриф, но сейчас все его мысли заняты местью. Я не могу винить его за то, и Джайну тоже, но мы должны найти другой путь. Довольно об этом. Хорошо, что ты здесь. Впереди нас ждет множество битв, и нам нужны такие герои, как ты». В добрый путь. Малфорион говорит, присутствие Лидари меня тревожит. Они были в заточении с тех пор, как погиб мой брат. Тиранда говорит, я понимаю, муж мой, но раз Маев решила их освободить, все даже хуже, чем мы думали. У меня важные вести, мой король, вы в опасности. Я хочу выслушать этого охотника на демонов. Так. Король принял мудрое решение, сосредоточив внимание на угрозе со стороны Легиона. Прямо сейчас демоны идут на нас войной, Дайсмастер. И Лидари помогут Альянсу. Наверняка враг захочет нанести удар по ключевым точкам Азерота. Возможно, они уже скрываются среди нас. Я чую их присутствие. Помни. Только скажи, я покажу тебе нашего врага. Азерот должен... да, предъяви доказательства. Ты думал, я не узнаю тебя, демон? Слишком поздно, Лидари. Клинки скверны в атаку. И тут оказывается, что демоны среди нас, а не кругом. В атаку! Убиваем портал. Убейте демона. Сожги еретика, убей демона. Еще одного осталось. Подайте мне демона. Есть.
что дальше нас ждет. Портал демонов нужно закрыть. Зарейд экспы хоть норм дали, экспа на сотом уровне не идет. Тонфиксер говорит, я отниму у тебя всего 5 минут. Знаешь, что легион повсюду, когда-нибудь ты станешь ее чаще... А, его частью, наверное, ты хотел сказать. Наша секта приносит кровавые жертвы, и вы можете стать одним из нас. Да, кстати, вы знаете, перед тем, как легион сюда начал вторгаться, тут были события такие, ну, как сказать, события. В городах стояли NPC, персонажи, которые являлись типа культистами и раздавали листовки, знаете, такие сектантские листовки, типа «Возрадуйтесь приходу легиона, уничтожителя нашего». Все, что вы хотели знать о легионе, но боялись даже помыслить об этом. Вот, и там очень классные листовки, крайне атмосферные, я думаю, их надо будет почитать. За правое дело стоит. Это атака и даже битва на расколотом берегу — лишь начало наступления легиона. Если мы не найдем способ остановить их, то потеряем все, что строил мой отец и другие лидеры. Нам нужна поддержка Иллидари. Мы получим аксессуар 685 уровня. Ну, мне что-то как-то, по-моему, он уже не очень нужен. О, апнулся до 700-го. Сперва я не был уверен в том, что пускать Иллидари в город вообще разумно, но похоже, именно они сейчас спасли нас от гибели. Я разрешил охотникам на демонов на время стать лагерем в квартале магов, и хочу, чтобы ты отправился к ним в качестве моего личного посланника. Поблагодари Иллидари за содействие и узнай, что еще они хотят, чем еще они хотят помочь нашему делу. Только не забывай глядеть в оба. Они обуздали ужасную силу, мы должны быть готовы к тому, что в любой момент их может поглотить тьма, живущая у них внутри. Ясно. Благородство правителя в его поступках. Да, возрадуйтесь третьему приходу. Вот третье пришествие легиона, собственно, здесь происходит сейчас. Хаос, ужас. И только одни люди, только одна прослойка всего огромного населения Азерота радуется этому. Это игроки, потому что они получат новый лут, новую цель в жизни. Наконец-то можно не фармить Hellfire Citadel на протяжении долгих-долгих месяцев. Можно наконец-то отправиться, будет скоро уже, на расколотые острова. Привет, Дримик. Да, новый трансмог, вообще всего полно. Возрадуемся вторжению легиона, господа. Это же так приятно, да? Когда мир горит. И твоя жизнь наполнена смыслом. Так, где у нас там непись-то? Вот он. Я пожертвовал всем. А какова была твоя плата? 500 рублей в месяц? Неважно. По брызгам крови я вижу, что Джейс явил тебе демонов. Очевидно, юный король в безопасности. Но впереди у нас еще много работы, друид. Очень много. Не склоняйся. Легион вторгся не только в этот город. Зло распространяется по всему Азероту, угрожая даже самым дальним его уголкам. Мы должны найти и уничтожить захватчиков. Наши разведчики следят за действиями легиона по всему миру. Мы будем отмечать точки вторжения на твоей карте. Пусть демоны познают нашу ярость, Дайсмастер. Цель задания. Откройте карту Календора или Восточных Королевств, чтобы узнать, где происходит вторжение. Отправляйтесь туда и остановите демонов. Доверься владыке Иллидану. Где бы он ни был. Так, ну чё, вторжение мы обязательно сделаем. Вот здесь вот сейчас вторжение должно... Осталось времени 8 минут, вообще нормально. В западном крае через 8 минут закончится, да? Ну, значит, давайте тогда посмотрим ролики за Орду. Тот же самый ролик вот с того момента, когда мы стояли внизу и сражались с войсками против Гул'дана, в это время Орда находилась сверху, и лучники нам помогали. Что же было в это время? Внимательно смотрим. Ah!
Не дай Орде погибнуть сегодня, говорит он. Без Орды они нас победят, нам нужно отступить. Ну и вот заметьте, большая часть ролика за Орду — это тот же самый ролик за Альянс, по сути. Показывают персонажей Альянса половину времени. This to my son. Такая вот грустная история повторяется второй раз перед нашими глазами, но на самом деле это очень глупая ситуация. С Ордой как-то поступили действительно странно, честно говоря, сценаристы. Во-первых, Орда, она просто банально слилась, ни слова не говоря, убежала. Вот тут правильно тут писал кто там насчет того, что в комментариях... А, Трубочист вот написал, что 80% комментариев под роликом высмеивают его... фразой «Победа или смерть». Это один из лозунгов Орды, основных. «Победа или смерть» и как бы «Победа или сбежать». Вот, собственно говоря, как тут произошло все. Есть мнение, что это заготовка для будущего конфликта. Да, это заготовка для конфликта между фракциями. Вот. А, игрокам плевать. Танцуем. В общем, ладно. Давайте еще один ролик посмотрим, потому что для Орды дополнительно бонус сделали. После этих событий, когда вы возвращаетесь в Гримар, то там вы можете увидеть еще один ролик. Windrunner, come forward.
Подойди ближе. Warchief. Archief? The lower spirits say death will claim me soon. Духи скоро заберут In the end, меня. Death claims us all. В конце концов, смерть всех нас But заберет. The Horde will live on. I have never trusted you. Я никогда себе не верил. Nor would I have ever imagined in our darkest time that you И никогда бы я не мог представить. Would deceive us. The spirits have granted me clarity. Духи дали мне видение. They whisper a name. Many will not understand. You must depart the shadows and lead. You must be. Ты должна Warchief. Стать Warchief'ом. Vol'jin is dead. Vol'jin мертв. Who among you? Кто среди вас? Will help me avenge him. Поможет мне отомстить за него. На этом сценарий на расколотых берегах оканчивается. Мы еще сегодня, знаете, что сделаем сейчас? Во-первых, во вторжение поиграем немножко, посмотрим, как там, собственно, дело происходит. И создадим персонажа Демон Хантера. Но если кто-то смотрит это в записи на YouTube, это будет отдельными видео, потому что совсем уж все в одно пихать я не буду. Начало интересное, местами, конечно, решение сценарное спорное, но эпика вообще и всяких таких насыщенных событий полным-полно. Приятно. Внушает некоторое, знаете, такое доверие и улучшает ожидания от дополнения Легион. Что ж, скоро с вами увидимся.